Ладно. Thank you.
старая школа. Сейчас заметь, вроде как держит вообще так, чтобы иногда смотреть. Ну, это неправильно школу играть. Ну, смотри, как это на заметку, заметку смотрит. Thank you.
Хорошо. Как неделька? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Даже если она нормально держит. У нас ракетка смещена Такое выражение появилось. Вот, типа смешная ракета. Макс, ты это смешная. Да. Есть еще секрет такой, знаете, включал пальцы. О, ракета вот здесь. Гриш, мы будем готовы. Мы будем готовы. У нас один. Хорошо. Как? Сейчас отдохнем чуть-чуть. Сюда придем. Как он звук не грузит, все отлично. Не могу привыкнуть. Я оттуда просто русских нету, еще не вспоминаю, но до конца. Можно привыкнуть. Я вот думаю, так оставить. Ну, если регулярно в чатах, то... Да, да. То навыки вспоминаются и более или менее. А потом как одну, как бы забыли, думаешь, нет. Ну, за что это будет новый навык? Нет, это раньше. Не-не, я как правило вспоминаю. Ну, 2-3 телодвижения какие-то. Сделал стёр. А действительно не очень, как мне Олег сказал. Не очень удобно, когда печатаешь, периодически пальцем попадаешь на... Yeah, no.
времени занимает 15 минут. Пока дети помоются как раз. Ну, здесь как бы привыкают. Это усиливает, что мы там все приложили. Там подписки, оплачиваем. Я думаю, что вы там тоже набираете примерно минут 10. Ты искал какой-то рейтинг, что-то еще, что посмотреть, после этого стоит искать. И как бы, когда есть подобранные витринные подводки, там, как это у нас работает, там, не знаю, фантастик, истор, камеры, романтика, европейские детективные, они... То есть там вся фишка в подборках. То есть они там типа скандинавские, они каких только сейчас не делают. Лет 5 назад какой-то пиратский ресурс сделал то же самое. Прям вот в этом английский и китайский. Да. В большинстве стран маленького внутреннего рынка нет дубляжа, но выгодно. Yeah.
Уже
Почему? Непонятно. Мне кажется, что это не надо.
сейчас. Буду Костя нам спросить. Я еще слышал, какая-то компания, которая делает ПО для тёлки, вот на платежные терминалы, ушла и пропила свою квартиру, потому что не из-за этого. Максим Пижон. Нет,
Давайте так, он 300% своей нормы сделал по латреку. Он за один раз их снимает. Thank you.
Олег спутал площадку. Я бы выкинул тубу, а у тебя совсем не было тубу? На них всю квартиру. Ну не знаю. Я не что-то я забыл. Видеорегистратор.